В этом видео вы увидите, какая подготовка зубов производится перед фиксацией брекетов, как их приклеивают и как устанавливают дугу в брекеты. Перед фиксацией брекетов зубы очищаются от твердых и мягких зубных отложений. На видео ультразвуковая чистка. Затем зубы очищают методом Airflow, при котором порошок гранулированной соды с водой под давлением удаляет остатки зубных отложений. Затем зубы полируют щеткой с абразивной пастой. Смываем остатки пасты. Наносим протравочный гель. После смывания остатков геля зубы готовы к установке брекетов. Брекеты в нашем случае металлические самолигирующие. Они приклеиваются на пломбу светового отверждения. Расположение брекета на зубе зависит от формы зуба и режущего края, а также десневого края. Ось брекета должна совпадать с осью зуба. Для облегчения позиционирования брекета на нем есть разноцветная маркировка. Излишки пломбировочного материала, который появляется вокруг брекета, когда его прижимают, надо удалить перед отверждением. Когда фиксация завершена, в брекеты устанавливают дугу и замки закрывают. Первая дуга тонкая и эластичная. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.